Здравствуйте, дорогие женщины, я Бося Аделаджа. Вы находитесь на передаче «Мир женщины». И я продолжаю говорить об ответственности. И я хочу сказать, что на самом деле имеет власть тот, который берет на себя ответственность. Руководит вашей жизнью тот, который берет ответственность. Если вы будете брать ответственность за все сферы вашей жизни, это будет означать, что на самом деле вы живете. Это будет означать, что на самом деле вы знаете, что происходит в вашей жизни. Но если другие обстоятельства будут брать ответственность, тогда эти ситуации будут рулить, они будут направлять вас. Но Бог хочет, чтобы вы брали ответственность, потому что вы, точно как мужчины, созданы по образу и по подобию Божьему. И да, есть различие между мужским мозгом и женским мозгом, но это не такие прямо большие разницы, чтобы мы не думали. Эти разницы никак не влияют на то, чтобы мы не думали. Женщины, давайте будем думать, потому что без мозга мы не сможем изменить себя, еще не говорить изменить наш мир. Много лет женщины страдали, и, к сожалению, еще есть сегодня женщины, которые страдали. Но за нашу свободу люди заплатили цены. Поэтому давайте хотя бы мы сделаем свою часть для того, чтобы мы могли заплатить цену за те, которые будут после нас. Поэтому я не в обиду это говорю, но давайте будем думать, будем задавать себе вопросы, трудные вопросы, которые нам помогут меняться. Спасибо большое.